В театре «Кукол. Эксперимент» готовится спектакль по повести Льва Толстого «Отрочество». По задумке постановщиков, кроме главного героя, мальчика-подростка Николеньки, на сцене появятся ожившие куклы. В них с помощью масок и необычной хореографии превратятся актеры. Музыка, звуковые и видеоэффекты придадут динамику классической истории. Новый спектакль масштабный не только по замыслу, но и по составу. В нем планируется задействовать всю труппу театра. Современный взгляд на классику, считают в театре кукол, поможет привлечь внимание подростков к литературе. Спектакль «Отрочество» рассчитан на школьников 12+. Премьера состоится осенью.